Здравствуйте, меня зовут Хадыхаджаев Шухрат, я являюсь руководителем сервисного центра Fixer Plus по ремонту стиральных машин. Совсем недавно у нас была акция по профилактике стиральных машин. К сожалению, не до всех мы смогли дозвониться и приехать сделать профилактику. И в этом видео я хочу рассказать вам, как вы можете сделать первичную профилактику своей стиральной машины. Для этого нам понадобится обычное средство, которое сейчас я вам покажу. Для того, чтобы сделать первичную профилактику вашей стиральной машины и устранить неприятные запахи, мы будем использовать обычную белизну, которая продается в любом магазине за 60-70 сомов. Первым делом мы должны будем залить всю бутылку этого средства непосредственно в барабан стиральной машины. Данная стиральная машина уже прошла все профилактические работы, поэтому заливать туда белизну я уже не буду, но расскажу, как вы можете это сделать сами. После того, как вы вылили всю эту белизну, мы с вами выставляем температуру стирки 60-70 градусов. И после окончания стирки, после того, как машинка уже закончит, сольет всю воду, вы открываете дверцу, и машинка должна проветриться. После этого вы можете уже пользоваться чистой машинкой без различных микробов. Спасибо за внимание. Всего хорошего.